весной трудно об этом не думать. Я спою одну из своих так относительно давних песен, но для меня очень важная. Она звучала когда-то в фильме. Его, кстати, можно посмотреть на моем сайте. А если сайт лезть, то надо просто набрать Виктор Верстаков, я не помню, что остальное, оно там выскочит. И я тогда эту песню пел чуть не впервые, да. Вот она такая, за 10 минут до начала войны. Че, Валер? А, да, и вот насчет выступления. Вот самое памятное, как я ее пел, 22 июня, ровно в 4 часа 2000 года. Я ее пел в Брестской крепости, вернее, около Брестской крепости, на берегу этой реки Западный Буг, и я понял, что там происходило. Вот впервые в жизни понял. А там эта речка Западный Буг, она не широкая, но она очень быстрая. И, но над ней мост такой, и он тоже небольшой. И он выводит прямо к воротам в Брестскую крепость. Почему немцам удалось взять Брестскую крепость так быстро, но наши там не сдавались? То есть они пробили эти ворота, мост не был взорван, они сразу же влезли туда, в эту самую, в нашу, в крепость, в центр. А в центре стояла раньше церковь с огромными, тяжелыми, толстыми стенами. И они заняли эту церковь. И вот они были в центре Брестской крепости, да? А наши остальные там были сбоку и не сдавались. И это было так страшно. Над русской землей нерусские птицы, их крылья черны, их чужды голоса. Проснулся ли я, или прошлое снится, ответит война через четверть часа. В рассветной заре небеса побледнели, и русские звезды почти не видны. Ах, если бы знать, что не сплю в самом деле, за 10 минут до начала войны. Остаться бы живых, не достаться бы спящим, не видеть и не слышать, как взрывы сверкнут. Ведь прошлая боль лишь больней в настоящем, когда до войны 5 последних минут. На русской земле не осталось покоя, но будет победа, но будет весна. Отец в 41-м мне машет рукою, чтобы я не забыл, как приходит война. Отец в 45-м мне машет рукою, чтобы я не забыл, что такое война?